Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку под названием Индастрия. В общем, какая-то должна быть вроде бы интересная. Зачем мне загрузить? Подожди, что я нажал? А, продолжить нажал. Давайте обычный. Чем-то похоже на BioShock, на Half-Life. Некоторое оружие может ошеломить врага на своем пути. Хорошо. Мы это учтем, что можно ошеломлять. Чтобы побыстрее все загружалось, было бы замечательно. Только сказал, и пошла загрузка. И, в смысле, все загрузилось. Проснись, Нора, дай для достижения. 9 ноября, 89 год, 8.12, Берлин, Германия. Еще бы русская озвучка была, было бы вообще шикарно. Так, мы за девчонку играем, кстати. FPS, да, надо графонию чуть пониже. Алло? Нора Солхейм на связи. Нора, ты где была? Ултер? Подожди, я только пришла из офиса и заснула на диване. Мне приснились странные вещи. Ты все еще работаешь в офисе? Да, я видел, как ты выходила. Слушай. Наш центральный вычислительный модуль Атлас вышел из-под контроля. Я только что выявил его часть. Что? Тогда просто отключи его. Исключение, он распространится слишком далеко, но есть кое-что еще. Люди собираются около КПП улицы Бролхренем, это случилось. Товарищ Шабовский сделал публичное заявление и сказал, что процесс конфедерации на стене открыт. Подожди, что? Штази уже здесь, они... Ой, нифига себе. Отцепили офис, они разбираются. Но вся проделанная работа не может быть напрасной. Нора, я должен остановить Атлас. Подожди, давай сейчас приду, и мы все разберемся. Нет, хочу, наверное, должен идти. В смысле, тебе нужно идти? Уолтер, подожди, остановись. Я люблю тебя больше всего, Нора. Уолтер, подожди, Уолтер. Алло! Он что, бросил трубку? Да, такое бывает. Нора. По-немецки там говорят. Так, блин, давайте на медиум тогда сделаем. Постаробродка, лоу, пусть будет. RTX, да, конечно, спасибо большое, что вы тут есть. Все, 60, стандартные 60 FPS, отлично. Это что? Я должен найти Уолтера, надеюсь, что он не натворит. Выкинь. Что там происходит? Так, скриншотики я видел, что там вроде бы что-то у тебя оружие будет, правда что? Уолтер! Что такое? СМС-ка, окей. Вроде Германия там, да, такое ощущение, что Россия. Судя по домам и судя по всему. Судя по всему. Нужно идти, пойдем, уходим. Надо закрыть дверь, а то мало ли. О, что там такое? Это американский танк, это русский. Как они связаны с Германией, не знаю. А, кто там? Уолтер. Уолтер, я иду. Стой. Ничего там не делай с Атласом. Или с кем-то там. Бесконечно. Я на каком этаже живу-то? А, все. Подвал надо? Еще и в подвале две квартиры. Серьезно? Штрази. Уолтер не шутил. Так, мне что, в Штрази бежать? Что бы это значило еще? Воу-воу-воу-воу, что произошло? Тангентский резонанс. Обычно он себя так не ведет. Эти обоссались и уехали сразу же. Полицейский. Что за звуки? Это вот тут я работаю. Ну-ка, пойдем.
Че машинки такие маленькие? А нет, полиция все-таки тут. Э, полисмен! Что-то маленькая машинка-то вообще. Волкс, полизей. Полизей. Алло, алло. Где все? Алло. Алло. Великолепная машина. Итак, спустя несколько недель мы хотели попробовать что... Блин, я сейчас сойду с ума от этого звонка. Надо идти куда-то. А, звонок перестал? Давай тогда про... Э, где? Тут закрыто. И тут закрыто. Ну, блин, это как... это как вот этот год там старый же, точно. Я думаю, что это в Германии, чтобы такие батареи были. Я, конечно, не это. Не знаю, может быть, именно такие. Что там? 300 кг? А, ну нормально, нормально. Я как бы меньше. Я еще сплю? Не знаю. Сосредоточься, Нора, сосредоточься. Уолтер? Ты тут? Закрой дверь. Уолтер! Какой-то реактор или что это такое? Он оставил свою карту? Может пригодится. Так, на тап инвентарь. Блять, я думал, компьютер. Что? Да зачем тебе это все? Так. Я хочу уведомить, что товарищ Шибовский сделал публичное заявление на пресс-конференции 45 минут назад, что жители ГДР могут свободно пересекать границу. Я советую вам собрать все ваши документы, так как будут последствия, связанные с вашей программой. Искренне желаем вам всего наилучшего. Так, а где-то предыдущую записку. Итак, спустя несколько недель мы хотели попробовать что-то значительных размеров и сложностей, таких как крыса. С живой крысой внутри мы начали процедуры, и как только машина пришла в жизнь, были эти подобные ритмичных ударов волн, исходящие из шахты. Они встряхивали всю комнату вокруг нас. Так, все, у нас нету, да, больше записочек. Так, ну у меня есть карточка. Есть карточка, скорее всего, сюда. Давай. Отлично. Забери, блин. Забери. Не отдает. Не отдает. Опа. Каску. Каску одень. Дурачок. Дурочка. Фонарика у меня нет. Список кодов. Окей, это мы запомнили, это мы записали. Это все. Что? Да, зачем тебе? Список, я думал, код надо ввести какой-нибудь. Короче, походу все сломалось. Это что? Это мышка. Так, дорогой профессор Уолтер Ребел. Для меня большая честь сообщить вам, что научный совет решил присудить вам премию за выдающиеся научные достижения 1975 года. Ваша работа над искусственным интеллектом Атлас не имеет себе равных не только в Германской Демократической Республике. Поздравляем, мы не можем дождаться ваших будущих назначений. Премия за выдающиеся научные достижения. Окей. Спасибо. Вискарик. Атлас. Подсвечник. Это что это? Томаты какие-то.
Коды никуда не могу водить. Так, тут я был? Тут я был. Так, коды. Коды. Джей, дневник. А сегодня какое? Сегодня какое число? Двадцать третье, ноль девятое. Это старое письмо, значит. Ну, я думаю, самый последний. 23.09. 2. 23.09. Да. Давай, пш, на меня. Пш. Пш. Делай пш. Ты меня будешь пшикать, нет? Я графику отключил, из-за этого ничего не видно. Понял. Понял, принял. Все, пускай меня. This doesn't look good at all. Это не к добру. Блин, что это? Рыбка. Так, не пугайте меня пока. Так, это выход, это вход. Ой, извините, я неправильно пошел. Ну да ладно. Боже мой, что происходит? Почему так ужасно трясет? Нажимай на кнопку, вызывай лифт. Уолтер! Ты здесь? Что здесь происходит? Почему все так неправильно? Ха, нет. Что нет? Это лифт, который ко мне должен был приехать, да, упал? Да, спасибо. Блин, ну пока прям Half-Life, Half-Life. Half-Life 3. Чего ходишь без оружия? Без костюма? А потом тебе дадут костюм и оружие. Монтировочку какую-нибудь. Нельзя. Фонарика нет. Ну, типа, до сюда можно было доехать. Ну, я дошел пешочком, ладно, ничего страшного. Вы, получается, жили-то в общаге, да? Ты сделал это. Что? Ты грандиозный идиот. Придурок. А, ну типа он запущен, да? Что? Что мне дает? Надо идти дальше. А идти дальше некуда. Я иду за тобой, Уолтер. Ты не бросишь меня здесь. Конечно. Что там? Так, чемодан убери. Надо вот сюда встать. Ни хрена не видно, что там. Хорошо, мне нужно вручную выставить протоколы безопасности. Ошибка. Б. 5Б, 5Б, 5Б. 5, 5Б. Все нормально. 1А, 1А, 1А. Нормально все, не переживайте. 2Б, 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 Б, Б, 2. Да какой 2А? Все. Красавчик, молодчик. Надеюсь, что нормально там. Слышно? Всего 8, что? Надо еще что-то нажать, нет? Полетели! Вперед! Как там Гагарин кричал, я не помню. Поехали! О, поехали! Чемодан возьмем с собой. Не-не-не, убери. А то и вдруг в чемодан превращусь. Как в фильме Муха.
Что, надо что-то еще нажать, что ли? Наконец-то, теперь вытащи меня отсюда. Окей. Отлично. Странное чувство. Твою мать! Боже! Так должно быть? Я не знаю. Так должно быть. Боже. Боже, какого черта? Вот так вот. О, боже мой. Окей, матери, Божья. Блядь, я не буду это озвучивать. Ну, блин, ну это Half-Life. Ну, что, серьезно. Это Half-Life 3. Или BioShock 2. 3. Возможно, Walter Rebel и пропал, но он всегда бы присмотрел... Чего? Библиотек. Ой, ну дайте мне уже в другой мир там попасть. Зачем мне ваша библиотека? Ой, что-то на турецком. На татарском. Так, я слышу голоса. Так, тихо должно быть в библиотеке. Так, а тут выход-то есть, нет? Бля, сейчас с ума сойду. Дверь. Окей. Ну куда-то бежим. Уолтер, это ты, дурачок? Ты куда пошел? Стой! Я еще... Ах ты ж, блин. Может быть, надо было досмотреть, что он там сделал бы. Интерактивные предметы будут посвечены, если вы стоите рядом с ними. Хорошо. Но если только мы рядом стоим. А если вдалеке, то нет. Хорошо. Достижение дали, где я? Где я? Что это за место, Уолтер? Уолтер? Так, машина была включена и была стабильна 12 минут до непредвиденного отключения. Заметки. Все еще нет ясного представления о рабочем предназначении. Это кто это написал? Кто это написал? Это что это? Блин, ну это как будто какой-то музей, подожди. Туда больше никуда не пройти. Выносливости, потому что нет, можно бегать сколько хочешь. Сколько хочешь, можно бегать. Нету ничего. Перепрыгнуть не могу. К сожалению, нет. Так, бумажек. Их нет? Нет. Уолтер! Уолтер! По-немецки закричал, что ли? Ой, фонарь. Ништяк. Что это такое? Это батарея такая? Я думал... Да, блин, я думал, это что-то мне пригодится.
Павел из радиорубки доставил мне телеграмму этим утром. Мягко говоря, парень был взволнован, и в его руках та самая телеграмма. Я пытался с трудом понять, что я читаю. К бумаге, которую он мне передал, откуда это? Спросил я, но парень не сказал. Он просто вывалил... Оно просто вывалилось из телеграфа сегодня утром. Так, а... о чем я? Где? Где? Где мне что покрутить? Вот здесь вот, наверное. Да, точно. Я в каком-то музее. Почему? То, опачки. Батарейки заканчиваются? Сохраняемся на... А, серьезно? Сохраняемся на печатных машинках. Какие-то роботы. Что это, черт возьми? Ты где взяла их? Там наверху что-то стоит. А, ну вот так как бы, да? А, ну у меня оружие есть. Давай ломать вещи. Может не будем? Может не будем. По краям бумаги были замеры. А в центре диаграммы, описывающая какую-то машину. Всего было напечатано 97 страниц. Все они описывали компоненты для большой машины. Что-то значит для Вильстада? Мы получили это по ошибке? А что ломать? Что будем ломать? Пойдемте что-нибудь сломаем. Вот это, наверное. Ну, надо идти за роботом. Что делать-то? Тут потому что все закрыто. Блин, это мне еще очень похоже на игру от российских разработчиков, которая еще не вышла. Как же она называется? Там тоже такой вот. Игра сохранена. Ну да, сейчас будем драться. Что если это демка той игры? Только под другим названием. Может быть такое? Хотя это вот уже вышедшая игра. Лифт, возможно, это выход из этой кошмарного места. Нет электричества. Не, ну драться придется по-любому. Это как бы 100%. Это что такое? Что это такое? Серная кислота? Для чего она? Не, ну пойдемте подеремся. Что делать-то? Бля, твой. Я не знаю, кто ты, но если хочешь жить больше 5 минут, тебе лучше свалить отсюда. Тогда расскажи, как. Ну, лифту нужно электричество. Паровую машину за дверью подо мной твоя единственная надежда. Эй, кто ты? Подожди, вернись. Подожди. Да, блин, ну... Надо собрать вот это, да? Помогает устранять... Еще надо будет что-то делать, серьезно. Надо какие? Пропан? Но это нам газик нужен будет, да? Это мы вот тут вот. Потом... Сюда мы ставим
справа серную кислоту, тут асерполит какой-то. Тап, серная кислота. Асерполит мне тут теперь нужен какой-то. Наверное, вот этот вот, да? Опиат. Тут много так всего. Давай всего по одному возьмем. Так, борная, тяжелая, А, нет, асерполит, вот он, синенькая. Окей, это у меня есть. Правильно же? Аспиролит, то есть. Асерполит, блядь. Это у нас получился... Удалите ржавчины. Все. А где она, ржавчина-то у нас? Я еще вот в эту комнату не ходил. А, тут все. Тут все. Ну, скорее всего, вот здесь вот, да, у нас будет сейчас заржавевший. Я уже нашел. Ты, блин, не пугай меня. Так, патроны для пистолета у меня есть. Пистолета нет. Вот в чем проблема. Патроны, какая-то пластинка. Паровая машина, да? Это мы свет дадим. Чего-то не хватает. Не, ну это Half-Life, ну серьезно. Тут что? А, F? Надо туда что-то закидывать. Надеюсь, что я все правильно сделал. Я допрыгну? Да. Ну это типа, чтобы обратно вернуться. Так, у меня сначала надо вот эту фигню включить. Вот это почему не включается? И должно ли оно вообще включаться? Я пока не понял. Может, надо успеть? Давай попробуем. Так, это все. Это тоже все. И чё? И чего? Ну как бы ничего не происходит. Там же нет, нечего нажимать. Нет, нечего. Какая-то банка. Вчерашним вечером королевский ученый из Института прикладной науки Хакави...
Ка был взбудоражен паранормальным явлением. Работа над нерассекреченным проектом внутри института. Здание было вздрогнуло от взрыва. Люди, живущие в окрестностях института, описывают события как землетрясение, которое окончилось после 20 минут после его начала. После того, как пыль осела, перед учеными явился элегантный мужчина в костюме. Полиция арестовала загадочного мужчину и в данный момент проводит его допрос в полицейском участке вблизи института. Так, это наш вот этот, наш кореш. Нет, у меня что-то не включается. А что надо сделать-то? Ну вот смотри, я... Что я сделал? Тут я все включил. Что там? Может, молоток кинуть? Может, топливо нужно какое-то? Не понял. Нет, тут я все включил, я же говорю. Я все включил тут. А что здесь делать? Я не понимаю. Еще может где-то что-то подкрутить надо? Вроде бы нет. Тут, может, тоже надо это... Тут ржавое, нет? Или мне кажется, что это ржавое? Сколько? 30 минут. Ладно, давайте пока на этом закончим. Я не знаю, побегаю. Еще без записи есть куда-то продвинуть дальше. То, может быть, еще серийку запишем, а может быть, и полное прохождение будет по этой игрушке. Не знаю пока. Выглядит неплохо, но что-то пока нет... Непонятно. В общем, давайте заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был Максим, канал DJ Family. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.